И всем привет, с вами я, Наташа. У меня завтра открытие соревнований в хакатоне. И завтра вы со мной будете, именно на открытии. И я пока не знаю, поснимаю ли я для вас потом видео самих соревнований. Там несколько дней. Я пока не знаю, что там будет, потому что я впервые буду участвовать. Вот, перед началом видео можете, пожалуйста, подписаться. И поставить колокольчик. Это для меня приятно будет. И для вас тоже, когда я буду выпускать там короткие видео и длинные, как сейчас. Вот. Потому что я тоже заметила то, что мы... Вот, подписчик. Что я поправляю эту подписчику, посылать меня без подписки. И вот с подписки. Это ведь очень грустно. Так что ж, до встречи завтра. Всем приветик, и я уже еду на открытие. Сейчас еду в метро. Так что ж, сейчас я там. Ребятки, я уже почти подошла. Встретила там волонтера. Он сказал, куда идти. Вот. В принципе, я покажу вам еще, наверное, видео. Как там будет открываться все. Поначалу только. Потому что потом там все очень важно будет. Наверное, нельзя показывать. Так что ж, до свидания. И музычку послушать. Синтезатор голоса. Да, можно его. А для тех, соответственно, кто не боится наговаривать, можно сделать прям хорошую, полноценную демонстрацию работы. Ну вот и все, ребятки. Я уже особо делала списки греха. Я уже участвую. Вот, ну, в принципе, могу сказать, что мне там понравилось. Только открытие впереди целую неделю, чтобы сделать сам проект, и потом спустить его в субботу. Я прошу останься до утра. I love you, Саша. Я тебя так же. Ты ведь хочешь? Даже очень. I love you. Ну все, ребята, этот день уже почти закончился. Ну как почти, сейчас 17:39, ну ладно. Так что ж, ну подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Мне приятно и вам приятно, когда у меня выпускаются короткие видео и очень редко длинные. Ну, как там влоги, еще там что-то. Вот. На 4000 подписчиков я создам новую рубрику. Так что ж, ну... Если вы хотите новую рубрику, то значит быстрее подписывайтесь, чтобы у меня было 4000. Я прошу останься до утра. I love you, Саша. Я себя так же. Ты ведь хочешь? Даже очень. I love you, Саша.